Всем привет, подписчики, с вами я, Артём Про 200, и это третья часть выживания в Майнкрафте 100 дней. Я уже где-то 13 дней назад записал видео, как раз таки вторую часть. И за это время я вот... Почему дождь пошел? Короче, построил корову, сюда поселил себе. Поднимаемся. Я чуть-чуть тут мир потерял, поэтому чуть переустановил все, что я построил. Вот. Потерял мир, но я, в принципе, помню, что там как было, и, в принципе, восстановил. Двойная дверь на ферму. Здесь у меня уже вот так вот. Панорамное окно, как вы видели. Красивое. Вот. Вот так у меня все здесь растет. Я хочу пойти как раз таки уже в нашу. Ну, а, ой, что здесь, печка делает? А, ну, поставлю. Ставим вот печку, у нас вот теперь вот так вот. Краски сейчас положу вон туда все, что надо. Кладем железо, пусть делается. Берем себе еду. Берем еду и, наверное, блоки. Не обращайте, что у меня какие-то другие. Вот во второй или в первой серии вот ко мне лошадь вот сюда забиралась. И она, походу, мне мстить пришла. Сидит там. В общем, в принципе, я все взял. Можно идти. Главное там в первые секунды не умереть. Я что, круг сделал? Где? Где мой любимый портал, который я во второй серии поджег? Подождите. Вот я уже сюда пришел. Ну, заходим. Тут нигде ничего полезного. Потом я его заберу. Сегодня вы знаете, что взял какой-то день блогер, поэтому подпишитесь на меня. Дерево. Дерево нам, наверное, не нужно. Почему мне так не везет? А. Ах. Будем ждать. Хотя, вспомнил, если куда-то золото кинуть, они на него побегут. Все, сейчас сделаем. Смотрите, какой у меня сейчас план будет. Берем вот этого с арбалетом, вот этого с мечом, и смотрите-ка. Опаля. Ага, они, то есть, не хотят сюда идти. Сейчас верстак сделаем. И, в принципе, попробуем их как-то выманить. О, упал, упал, упал. Слитки сделаем. Сейчас поищем, где можно. О, слитки. Лови. Что ты нам дашь за это? Бранзулетка. Давай, давай, давай. Что ты дашь? Это что? Незерский кирпич. А зачем мне незерский кирпич? Короче, сейчас мне нужно еще, получается, золото. Сейчас добудем еще золото. Оп. Сейчас. Эй, малышарик. Идем. Что дашь? Ты, малявка, отдай золото. Короче, буду у этого просить. Берем и скидываем. Все. Все мне по очереди что-то выкинет, а я потом заберу. Ну и вот это всякие.
Обсидиан. Хорошо. Может понадобится. Что ты это там выкинул? А зачем мне обсидиан и огненный заряд? Вот если я тебя сейчас этот огненный заряд запульну, если ты мне сейчас... А нафига мне песок, душ? Ты. Кожа! Вот это мне точно не пригодится. В огнестойкости 3 минуты. Вот это уже хорошо. А нафига мне обсидиан? У меня такой вопрос. Спектракт. Ой, это уже полезно. О, еще один прилетел. Кожа. Вот это уже хорошо, может быть, понадобится. Еще спектра. Наконец-то эндер-жемчуг. Спасибо. Это мне уже не было. Сейчас я еще золото принесу, братва. Ну чего, надеюсь, вы мне что-то нормальное на этот раз дадите. Понимаю. Что вы мне даете? Дайте мне другое. Не, это не надо. Что мне дал? Кабаньи сапоги. А как их одевать? И на что? А нафига мне кабаньи сапоги? У меня такой вопрос. И откуда это? Ловите. И вот еще ловите. Ага. А нафига мне гравий? Я вас этим гравием засыпаю, я вам честное слово договорю. Огнестойкость. Но я этого не сделал. Если бы у меня 2 хп оставалось, я бы тогда бы выпил. А так мне не обязательно было пить. В принципе, можно забираться уже. Грабим краски буду подниматься. Ну, если вот на этот раз вы мне что-то нормальное не дадите, мне хотя бы эндер-жемчуг какой-нибудь. Вот на. Пожалуйста, пожалуйста. Я скрестил пальцы, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ага. Это месть. Их даже одеть как бы нельзя. Одну оставлю. Все, всем пока. Я больше сюда ни ногой. Ничего нормального не дали. В общем, нам какую-то фигню дали. Ну, хотя бы... Единственное, что они нормально не дали, это плачущий обсидиан, наверное. 2 огнестойкости, 2 огнестойкости и эндер жемчуг. 2 штуки. Вот это единственное, что они мне нормально дали. Я не понимаю, я сколько слитков золота потратил, кусочки золота потратил. На что? На что бы только 2 эндер жемчуга получить? Я не знаю, зачем я туда шел, потому что пиглины что-то как-то... Не мой день сегодня, не мой. Принципе, у нас опять какая-то фигня получается. Сейчас мы возьмем палки себе. Нитки, чтобы хотя бы стрелы как-то мне нужны были.
Как арбалет? Как крюк крафтится? А. А, ну, это полезно. Крюк. Что там для арбалета нужно? Крюк у меня есть. Две нитки есть. Блин, еще железо надо. Ёлки-палки. Я уже вот переплавил. Четыре слитка. И наконец-то можно сделать арбалет. Пойдемте-ка проверим. Что-то у меня ничего не получилось. Теперь у меня есть арбалетик. У меня еще есть три слитка, я не знаю, на что их потратить. Что можно сделать? Ай, ничего нельзя сделать. А, о, точно. У меня же даже топора нет железного. Я все время с каменным ходил. В принципе, все. На этом можно заканчивать серию. Сейчас все положим. Всем пока, подписчики. С вами я, Артем про 200. Был с вами Артем про 200. И это третья часть 100 дней выживания Майнкрафт. От 7 до 8.